Всем привет! Начинаю новый влог. Только что вернулась из новой почты. Забрала там заказик. Взяла себе вот такой вот свитшотик с модной касты. С доставкой вышло 300 гривен. Очень классный, утепленный внутри. Классно прошит за свою стоимость. С кармашками просто супер. Сейчас вам покажу еще некоторые покупки и заказики с AliExpress. Камера, не знаю, передаст ли, потому что достаточно пасмурная погода. Вот так называется фирма. У меня размер M, как вы видите. На сайте шел ML. Хорошо все прошито. Внутри очень теплый, классный. И по акции на модной касте можно взять классные вещи. Еще нам продолжают поступать подарки для Лиски. Ее крестные, ей еще одна крестная, в Лиске целых 4 крестных, двое мужчин, две девушки. Наша еще одна крестная подарила Лиске вот такой вот наборчик. Боже, какой он крутой! Здесь такие разные вкусняшки. И вот такой вот пазлик. Будем учиться складывать. Я была в магазине, купила какой-то такой йогурт панакоту. Сейчас будем пробовать. Кетчуп. Вечером буду делать спагетти с сыром и с сосисками. Творог нашей Рябы обожаю. Он такой мягенький, вкусный. Лимончик. И сейчас распакую, что в этот раз пришло с AliExpress. Девочки, просто крутейший лов на AliExpress. Во-первых, походу за то, что я только зарегистрировалась, за 12 гривен вот такая игрушка для Лизы. Здесь, правда, специфическая батарейка, но ничего, в эпицентре найдем. Я уверена, Лизке безумно понравится. Это ей тоже будет к Святому Николаю. И то, что я просто обожаю, это серьги бижутерия. Посмотрите, какая это красота. Это не только мне, здесь будут и на подарки эти серьги. Но посмотрите, какие они классные, как классно выполнено. И вот у нас может вот такая пара стоить 200 гривен. Я заказала целый набор за 2 доллара, даже не за 2 доллара. Там была черная пятница, доллар с копейками. Вот эти мне безумно нравятся. Вот эти даже в ушко. Ну, сейчас вы, как вы поняли, увидите меня постоянно в влогах, в новых видео, будете видеть в новых крутых серьгах. Я в огромном восторге. Рекомендую, мне с AliExpress это все пришло буквально за месяц. 11 ноября я заказывала, сегодня 8 декабря все у меня, еще вчера пришла посылка. Уже примерила листочки, посмотрите, какая красота. Я вообще человек, который обожает бижутерию. У нас в той же Еве такие сережки 50, 60, а то и 70 гривен. А на Алиэкспрессе быстренько заказали, прям месяц, конечно, подождать, но как я заказала много, мне хватит на целую зиму, на весну и еще и на подарки. Вот эти планирую на Новый год, такие красивые. Прям сегодня суперское настроение, столько подарков, покупок, всего. Доделываю шарфики. Все доделываю, составляю подарки уже начали поступать. Думаю, вы со мной уже, у вас тоже супер новогоднее настроение. Стараюсь вам показать поближе, потому что точно такие видела у нас в магазине за 200 гривен. И это просто, ну, переплата не то слово, особенно к праздникам. Поэтому заказывайте потом на какие-то дни рождения, на вечерние выходы. Или просто вот такого плана. Сейчас хочу как раз заказать себе еще пару штучек на весну. Просто более таких ярких, каким-то ярким блузочкам. Посмотрите, какая красота. Хотела вам еще показать мои некоторые новинки. У меня закончилось средство от Эвелайн для умывания. Взяла вот такое от Джая. Оно идет для сухой нормальной кожи с оливкой. Очень мне нравится. Приятный аромат. Чувствуется ощущение, но при этом нет никакого такой стянутости. Вот реально для сухой нормальной кожи. Также достаточно давно пользуюсь вот таким вот тоником от Vitex с микросферами голубого ретинола.
Здесь очень маленький процент ретинола. Сам тоник такой, он густоватый, похожий на гель, плохо держится на ватном диске. Его вот конкретно этот тоник лучше наносить руками, но хорошо увлажняет и тонизирует кожу. Очень рекомендую. Кто любит белорусские производители, это мой прям фаворит, один из любимых тоников. Еще хотела рассказать о двух масках. Первая от Тиандэ, жемчужная пудра. Внутри вот такой вот порошочек. На 20 минут наносите, и реально ощущается лифтинг-эффект. Прям стянутая кожа, но эта маска очень сильно сушит кожу. После нее я решила пробовать, один раз только пробовала, вот такую маску серии Rich Cream от Riverche. Она идет конкретно питательная, ее не нужно смывать, просто излишки убираем салфеткой. Вот как раз у меня лицо после нее, вот действительно, после этой маски дает такое супер питание, у меня полностью питалось и не нужно ничего, никакие излишки убирать, но ощущается, что кожа прям такая супер напитанная. Могу порекомендовать, мне очень даже понравилось. Очень быстро вам покажу. Буду сейчас делать сырники. Любим мы кушать сырники с сгущенным молоком. Это мне не очень нравится. Мне больше нравится есть с мальчиком. Или у нас продаются белорусские. Эти очень вкусные. В сырники добавляю лимон, но сейчас у меня лимона нет. Будет эксперимент. Буду добавлять цедру и сок апельсина. Добавляю немножко разрыхлителя и ванильный сахар. Как вы понимаете, обожаю фирму Dr. Oetker. Беру творог. Я возьму полкило, здесь целый килограмм. У меня он такой мягенький, жирный, 18%. Можно размять прям в кремообразную форму. Я просто вилочкой разомну. Добавлю цедру апельсина, сок апельсина, ванильный сахар, разрыхлитель, муку, манную крупу. Я не добавляю, только муку, яйцо. Это все перемешаю и буду выпекать. Я все делаю на глаз, поэтому какие-то пропорции вам сказать не могу. Но получаются очень пышные, вкусные сырники, если не добавлять манную крупу. И будем, и плюс фишка в цитрусовых. Или лимон, или апельсин реально меняют вкус сырников, они становятся нереально вкусными. Завершить этот блог хочу еще некоторыми покупочками и находками. Вот такая вот маленькая елочка в Сельпо стоит 50 гривен. Она растрепанная, потому что я ее брала именно для того, чтобы дочка играла. Она постоянно играет. Вот такая вот гирлянда на батарейках, тоже в Сельпо по 30 гривен. Видите, как классно светит и достаточно прочная, хотя стоит 30 гривен, потому что ребенок уже играет двое суток и как бы ничего с ней не случается. Все по 2 гривны взяла вот такие вот шарики, вот такие набор таких вот игрушек, там были барабаны, и вот такую вот звездочку сверху и маленький дождик. Сейчас, конечно, Лиска спит, проснется, мы еще раз украсим красиво елочку. В принципе, если где-то на квартире живете и вам просто на одну зиму для новогоднего настроения, то реально вот такую елку украсить, просто взять более такой пушистый дождик, и не будет видно, что она так себе качество, где-то в 150 гривен выйдет вот такая вот елочка. Как на меня это супер, и новогоднее настроение, или еще куда-то можно поставить. Или если у вас есть, как у меня, ребенок, то можно просто взять ребенку поиграть. Дальше тоже в Сельпо Лиски дядя подарил вот такую шапку в виде панды. Здесь вот на лапках нажимаете, и движутся ушки. Лиска в восторге, и она, конечно, велика, она даже мне еще хороша, но тоже такое развлечение ребенку супер. И нашла у нас просто обалденный магазин с разными аксессуарами для волос. И там взяла Лиски вот такую классную коронку-снежинку. Как раз в садике на выступление она должна быть снежинкой. Платье я вам показывала, к этому платью вот такая вот, как на меня, шикарная коронка. Конечно, ее можно сделать самой, но, возможно, в каком-то году и буду делать сама. А так, классная штучка, хорошо, что нашла. Не могу с вами не поделиться.
AliExpress пришла просто обалденная игра. Вы, наверное, видели у нас вот такие вот магниты. У нас они очень дорогие. На AliExpress обалденное качество. Приходит хорошо, стоит недорого. Лизка в восторге. Буду ее заказывать большой набор для того, чтобы имела с чем играть. А здесь у меня еще на комодике огромное количество лекарств. Если вы заметили, мы сейчас, точнее я, намного реже выпускаю видео, потому что и Лизка, и я, мы заболели. Какой-то новый вирус, простуда. Мы сейчас дома лечимся. Но в то же время создаем себе такую новогоднюю атмосферу, украшаем елку, будем делать какую-то... подносик, украшение к Новому году хочу на кухне поставить, потому что хотела елку вот эту маленькую поставить, но она у меня ушла в Лизке на игры. На этом этот влог я буду заканчивать. Если вам понравилось, как всегда, с вас пальчик вверх, подписывайтесь. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.